Мені бірен тұқсаплаушы радио тұқнаушылары бізға тағы бір көт рахмет. Металл, стеклопластик, микшерский пульт и атрибуты диджея вкупе с импульсивными ритмами эстрадно-джазового века и незабываемыми голосами. Налицо детали и приметы рабочего места одной радиостанции под названием «Эхэбэт-ФМ». Такой радиостанции в природе нет, но есть фишки, которые узнаешь с первых же тактов сигналов, посылаемых современным радио. Если в предыдущем нашумевшем спектакле «В доме актера», «Казань, я люблю тебя» герои говорили на уличном языке, который они почерпнули из всевозможных кафешек, общественных заведений и так далее, то в спектакле «Махабет-ФМ» Ильгиз Заниев черпает язык из лаунж-кафе, всевозможных диско-холлов и так далее. Нужно говорить на одном языке с теми, с кем живешь рядом. В эстрадно-джазовой комедии есть и фантасмагории, поединки нескольких поколений, любовные метаморфозы и поиски счастья. Несмотря на то, что главные персонажи вполне узнаваемые типажи нашего времени, есть и те, кто несет на себе бремя советского пространства. Ну, просто этот синий чулок, она немножко странноватая и противная немножечко такая в начале. А потом, тогда, когда ей позвонил нужный человек, она становится, меняется и становится... другой. Они вот три друга, они все разные. Один танцор, один работает в полиции. Я уж как поющий уж музыкант. Они мы трое разные. Наверное, об этом исполнители еще будут говорить много после очередной бенефисной роли. Предыдущая была в спектакле «Мула». Эмиль Талипов в новом спектакле выносит на публику нечто частное из области капустников, когда можно позволить себе поиронизировать над вполне узнаваемыми персонажами. Здесь актер изображает и политиков, и актеров. Салават Фатхутдинов, Равиль Абу Шарафиев, потом Хамдуна Апати Мургалиев, Интимир Шарифшениев, Рустам Мургалич Миниханов, Айдар Галимов, Айдар Файзрахманов. В общем, больше я пока не скажу. Я Салават Фатхутдинов. Я очень люблю только полиэфир. Очень люблю радио Бахабат-ФМ. Так что и вы тоже любите. Дмитрий Пивоваров, Альфред Камилевский, телеканал «Эфир».